интересно, что могло бы быть, если бы не было российской артиллерии. Когда они с первой иконы, что-то такое поражение было, конечно, это было страшно. Учитывая, что мы сейчас ставим как сегодняшний день, мы очень знаменательны. Я с удовольствием вас поздравляю, что это такой памятный день. У меня даже есть специально, я хочу вам дать послушать, начало войны, речь Левитана о том, что начинается война. Без объявления.